Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Посмотрим мы с вами сегодня вот такую коллекцию. Это у нас новая посылочка от мастера женщины из Дагестана Зумруд Гаджиамаровны. У нас сегодня серебро, авторская ручная работа. И давайте ее посмотрим. Так, серьги с турмалинами и аквамаринами. Великолепнейшие камни, и те, и другие. Красота невероятная. Вот так, камни прозрачные, с фантомчиками, смотрите. Вот они, в серединочке более темные. Это называется фантомчик. Штифт занижен. Занижение 2 мм на любой прокол и на любую мочку. Вот так. Смотрите. Вот на просвет они будут вот таким образом у вас на ушках. Значит, длина одной серьги 7 сантиметров. Это от места прокола. Далее. Хризопраз с турмалинами. Значит, серьги и вот такой подвес. Турмалины просто сказочные, класса люкс, прозрачные и с иризацией. Вот, очень яркие серьги. Значит, применено чернение мастером для усиления яркости камней. Вот так. Значит, 8,8 грамма, вес одной серьги. Стоимость сережечек 10 000 рублей. 2 миллиметра занижения штифта на любой прокол и на любую мочку. Подвес стоит 5 000 рублей. Так, смотрите, какие роскошные турмалины. Камера их занижает. Хризопразы прозрачные и в подвесе тоже. Вот такая красота. Далее, серьги с черным агатом. Значит, вот кто-то мне их заказал. Я сфотографировала Зумруд Гаджиамаровне этот заказ. Ну и, соответственно, почистила телефон. И как бы найти не смогла того, кто мне их заказал. Так что, пожалуйста, если вдруг кто-то увидит свой заказ, 3500 рублей они стоят, 9 грамм вес одной серьги, сережечки идут с клеймами. Вот так, вещь заказная. Но если вдруг за сутки не найдется хозяечка, ну, тогда я их, конечно же, продам. Так, далее розовый турмалин и вот такой хризопраз. Серьги асимметрия. Красоты, конечно, невероятные. Очень яркие. Вот такая роскошь. На любой прокол, на любую мочку. Занижение штифта 3 миллиметра. 10 грамм вес одной серьги. Смотрите, камни не закрыты. Так, и стоимость этой пары 11 000 рублей. Камни просто высочайшего качества. И
последний на этой планшетке. Смотрите, вот так. Так, давайте по-другому немножко покажу, потому что что-то камера их... Смотрите, какого качества камни. Вот так. Это турмалины дровиты. Вот так будет сережечка на ушке. Занижение штифта 3 миллиметра на любой прокол и на любую мочку. Эти серьги стоят 10 тысяч рублей. 9 грамм вес каждой серьги. Так, далее. Второй ряд. Вот такая лунница. Это женский оберег славянский с турмалинчиком и хризопразом. Хризопраз, смотрите, прозрачный, яркий, травяного оттеночка. 5500 рублей. Серьги с чароитом. Великолепнейший камень. Красота невероятная. Смотрите, какая смена рисунка. Вот так. Вот так с обратной стороны. Такие чароитовые брусочки. Очень стильные серьги. Смотрите, занижение штифта 3 миллиметра. Значит, швенза с этой стороны матовая, чтобы подчеркнуть камень. Стиль вот безупречный. 9,3 грамма вес одной серьги. 6500 рублей. Серьги с солнечником. Сейчас попробуем камешек посмотреть. Вот такая красота. И с этой стороны тоже занижение штифта 2 миллиметра. Так, вес одной серьги 9 грамм. 7000 рублей стоит. Фантастика. Вот так. Иризация, конечно, бомба. Смотрите, какой высоты камень. Вот такой кабошон. Далее. Кахолонг с лазуритом. Очень нежная пара. Очень. 9 грамм вес одной серьги. Стоимость 8500 рублей. Так, сейчас попробуем с вами посмотреть их длину, потому что много вопросов возникает по длине. 6,5 сантиметра. Вот так. Красота невероятная. Далее серьги с хризопалом. Очень нежная разновидность хризопраза и опала. Такое сращивание кристаллов происходит. Смотрите, 2 миллиметра. Занижение штифта на любой прокол и на любую мочку. 7,9 грамма вес одной серьги. 6500 рублей. Колечко с гиперстеном. Вот такая красота. Размер его 19,5. К гиперстену есть у меня бусы. 47 сантиметров, 12 миллиметров. Смотрите, вот они. Вот такие звездочки по ним гуляются. Плюс цепочка. Стоимость бус 6000 рублей. Вот так. Ну, будет у вас вот такой
обереговый комплект. Так, гиперстен стоит 4500 рублей. Бусы стоят 6000. Так, смотрите, какая красота у меня. Это яшма Пикассо. Второй камень у нас аметист. Вот так с обратной стороны длинная петля. Длина серёг 6 сантиметров. Серьги не маленькие. 9,1 грамма вес одной серьги 7500 рублей. Третий ряд. Еще одна лунница с адулярчиком и аквамарином. Так. Так, 5500 рублей. Посмотрите. Значит, на гривне это будет вот таким образом. Повторюсь, гривны есть. 5500 рублей стоит гривна. Есть вот такие рифленые и есть гладкие. Все, пожалуйста, подберу любой размер. 5500 рублей лунница. Так, великолепнейшие серьги. Хризопалы с аметистами. На любой прокол, на любую мочку. Занижение штифта 3 мм. Длина серьги 5,5 сантиметров от места прокола. Вес одной серьги 11,9 грамма, 8000 рублей. Их цена. Вот такой фантастический хризопал. Покажу тоже, как на гривне будет. Вот так. 18,35 грамма весит этот подвес. Стоимость его 6500 рублей. Серьги с родонитом. Красота. На длинной петле, смотрите, и вот такой фиксатор. Вот, очень хорошо. Так, родонит 10 грамм вес одной серьги 7000 рублей стоят сережечки. Камень прозрачный. Вот так. Так, есть у меня вот такой хризопраз. Хризопраз матовый. И вот в таком чернении. Размер 19. Стоимость хризопраза 5000 рублей. Серьги с лизардитом. Вот так с обратной стороны. Тоже идут с фиксатором. 9,2 грамма. Вес 7000. Стоимость сережечек. Вот так. Так. Серьги с хризопразом и аметистом. Смотрите, вот в таком исполнении. Вес одной серьги 9,3 грамма, 7500 рублей. Длина 5,5 сантиметра. Итак, четвертый ряд. Вот такая яркая осенняя пчелиная яшма. Размер 19,5, 5000 рублей. Вот так.
Смотрите, вот эта конструкция позволяет уменьшить или увеличить кольцо. Crazy Agat. Вот такая японская миниатюра. Обратная сторона. 19, 19 с половиной. Смотрите, могу увеличить, могу немножко уменьшить. 4500 рублей. Дымчатый кварц со звездчатым эффектом или эффектом астеризма. Размер 19, 19 с половиной. Вот так. И стоимость этого колечка 4500 рублей. Смотрите, какое интересное оформление. Вот так. Четыре пятьсот. Красота. Так, серьги с жадеитом. Очень яркие, сочные. Смотрите. Занижение 2 мм на любой прокол и на любую мочку. 10,6 грамма, 6500 рублей. Так, вот такое колечко. Камень уникальный. Камень высоченный, 19,5 размер в данном случае. Вот так на ручке. Стоимость кольца 16 тысяч. Значит, цена на кольцо снижена. Кто хотел, пожалуйста, воспользуйтесь моментом. Вот в таком оформлении. Вот такая роскошь. Так, вес этого кольца 29,77 грамма. Так, серьги. Бирюза с турмалином. Турмалин. Смотрите. Шикарнейшие камни. Просто шикарные. Турмалин с бирюзой. Длина серьги от места прокола 7 сантиметров. Яркие, сочные, летние. 2 миллиметра занижение штифта. 10 грамм вес одной серьги. 12 550 рублей. И последнее изделие, что я хочу показать. В принципе, они подходят друг дружке. Их можно и как набором купить тоже. Посмотрите, какой роскошный камень. Вот так. Просто бомбовый. Так, и 15 грамм вес этого шикарного подвеса, 9000 рублей стоимость подвеса. Давайте покажу, как он будет, скажем, на гривне. Вот так. Лаконичный, строгий и очень стильный. Ну что, на этом все. Будьте здоровы и всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.